І знову вітаємо вас у прес-центрі відкритого, і наразі говоритимемо про безпритульних тварин. Тільки не температура за вікном сягає мінусу, їм стає несолодко. Часто їхнє життя опиняється під загрозою. Чим допомогти безпритульним тваринам в холоди, розкаже Мар'яна Мірошніченка, голова правління громадської організації захисту тварин «Вірність». Вітаю, благодарю за приглашення. Очень важная тема в преддверии наступающей зимы. Вопреки расхожему мнению, бездомные животные не могут сами переживать зимний период. Тем более зимы последние года у нас стали с достаточно жестким минусом. Поэтому я хочу обратиться ко всей аудитории. Если вы, у вас есть свободное время, вы вышли в магазин, и какое-то бездомное животное требует вашей помощи, не поленитесь, пожалуйста, купить сосиску. Может быть, у кого-то нет средств на это, вернуться домой, куском хлеба буквально поделиться, потому что для бездомных животных, собак и котов, это очень важно. Их выживаемость зимой обусловлена на самом деле количеством калорий, которые могут их обогреть. То есть буквально голодное животное ляжет в снег и не проснется, как бы это страшно ни звучало, а сытое животное найдет в себе силы проснуться и начать новый день. Еще у меня есть такое обращение, очень важное, это очень наболевшая тема для всех зоозащитников, это животные, брошенные на дачах на зимний период. Но вообще это ненормальное явление. Я не хочу осуждать нашу публику. Я надеюсь, что среди наших зрителей нет таких людей. Но животные на дачах не переживают зиму. Никоим образом и никак. Мы сталкивались не раз с тем, что люди хлопают в ладоши, по весне радуются, говорят, вы знаете, Мурзик не пришел, наверное, прибился к другим людям. Нет, скорее всего, Мурзик погиб, и причем самой такой жестокой смертью от голода и холода. Поэтому что мы можем сделать? Ну, во-первых, если все-таки вы дачник, если так получилось, что вы летом взяли животное, которое веселило вашу семью, ловило мышей, охраняло, все-таки я очень прошу найти в себе силы и животное забрать с собой в город. Всегда можно найти какой-то выход соседей, родственников в частном секторе, в конце концов кота обработать и поселить у себя в квартире, ведь это достаточно чистоплотное животное, и оно сразу примет правила вашей игры, пойдет на лоточек, будет спать там в каком-то приемлемом месте. И по весне у вас не будет проблемы, то есть вы заберете своего любимца и опять привезете на дачу, и опять будете с ним счастливо существовать. Это вот я обращаюсь напрямую к людям. Что делать, если вы видите, что соседи так поступили? Ну, во-первых, поговорить по-человечески. Объяснить. Далеко не все люди со зла так поступают. Некоторым просто невдомек, что животное обречено на голодную смерть. Всегда можно объяснить вот то, что я сейчас пытаюсь донести к аудитории. Что можно еще предпринять? Вот есть кооперативы дачные, которые, в общем-то, пошли по этому пути. Всегда можно договориться с соседями, что раз в неделю, вот близлежащие дома, там, домики, что раз в неделю будет приезжать один человек, кто-то в понедельник, кто-то во вторник, кто-то в среду. Это не накладно, как правило, для любой семьи, и не тяжело приехать, проведать, в общем-то, и свои материальные активы, там, разворовали, нет, и накормить бездомных животных. Но, получив еду один раз в день, животное уже с большей долей вероятности переживет эту зиму. Что еще можно сделать? Ну, во-первых, стерилизовать. Наше любимое слово у зоозащитников. Стерилизация действительно помогает сделать существование комфортным как для животного, так и для людей. Если это домашнее животное, то вы в семье не имеете прелестей ненужных приплодов, вот этих диких оров кошачьих по ночам. А если это животное условно бездомное, вот как дачное, например, животное, то простерилизовав такое животное, вы даете, в общем-то, больший шанс на жизнь, потому что кошка с котятами, она будет, как это ни прискорбно звучит, разорвана собаками в ближайшее же время. А кошка без котят, она, ну, потому что она будет защищать своих детей, а кошка без котят, она будет уже спасать свою жизнь. Поэтому я хочу напомнить жителям нашего города, что верность каждый год, уже много лет, каждую весну и осень проводит акцию по стерилизации
домашних животных по льготным ценам. Ну что это значит? Это значит, что вообще абсолютно любое животное города может быть по сниженным ценам простерилизовано. То есть если домашние, то уж бездомные тем более. Информацию о клиниках, которые в октябре и ноябре проводят эту акцию, вы можете найти на страничках Верности в соцсетях, на сайте Верности. То есть акция сейчас в ноябре будет еще до конца ноября продлена. Стоимость стерилизации кошки 300 гривен, суки среднего размера 400. Никаких проблем, то есть животное дали, на следующий день или в конце этого вы можете забирать, не надо ничего колоть, не надо снимать швы. Ветеринария за это время сделала большой шаг вперед, то есть малоинвазивная операция, маленький шовчик, как-то небольшие последствия для организма, и, в общем-то, и пролонгированный антибиотик включен, и швы саморассасывающиеся. То есть вот дачные вот эти брошенные, которых вы не знаете, куда пристроить, в общем-то, с ними тоже можно пойти по такому пути. Что еще можно сделать? Скажу страшную вещь, можно обратиться к зоозащитникам, но не с целью забрать. К сожалению, наши приюты, не только наши организации, вообще городские, других организаций, они переполнены. Забрать мы, скорее всего, никого не сможем. Но мы можем помочь скидками для нуждающихся животных в ветеринарных клиниках, в исключительных случаях какой-то отсрочкой платежа. Мы поможем фотографии, пиаром, в общем, все, что мы умеем делать, но только не забрать. Вот всем вот этим мы поделимся с удовольствием с вами. Я подчеркну, что волонтеры, мы не люди на зарплате, мы не люди какие-то особенные, мы точно такие граждане города Днепра, как вот и наша аудитория. То есть мы просто передадим наш опыт вам, и вы станете в этом же понимании тоже волонтером. Ну, что еще хотелось бы сказать? Вот я обмолвилась о том, что приюты переполнены. Очень важная для нас тема. У Верности есть много мини-приютов, и на нашем попечении достаточно много животных, как собак, так и котов. Я хочу обратиться к жителям нашего города с просьбой помочь нам пережить и животным зимний период, потому что, да, всегда актуальны некоторые вещи, но зимой, когда животных хочется забрать максимально много, наши ресурсы, к сожалению, исчерпаны. Мы просим вас помочь Верности и нашим приютам кормами, мы, ну, сухими, мокрыми, на ваше усмотрение, одноразовыми пеленками. Это всегда нужно для малышей, для животных, которые не совсем здоровы, обработками от гельминтов, от блох, вот такие расходники, как поводки, ошейники, мисочки. Очень важен сухой шампунь. Я вот специально остановлюсь на этой теме, потому что животных в холод, когда и в квартире нет отопления, слава богу, этот период уже позади в основном-то, и когда это животное предполагается на выпуск, их купать нельзя, потому что после купания и после полного высушивания животное 24 часа хотя бы должно находиться в абсолютном тепле. Поэтому сухие шампуни для нас тоже жизненно важны. Для котов это игрушечки, и для собак, в общем-то, тоже. Но развлекать малышню тоже нужно. Какие-то вот, в общем-то, что вы хотите, но вот такие вещи, которые, ну вот вы считаете, что это не излишество, а все-таки нужно для спасения животных. Поэтому мы будем очень благодарны. Отвечаю на вопрос, куда можно это принести. У нас есть дружественная нам ветеринарная клиника, которая один филиал находится на левом берегу, другой на правом. Мы договорились о том, что абсолютно без предупреждения можно прийти в ветеринарную клинику «Велес». Адреса – это Слобожанский проспект 54 и проспект Ивана Мазепы 45. И для Верности оставить вот то, что вы посчитаете нужным. Они с удовольствием это все запишут и нам передадут. Я заранее благодарю, потому что животные, которые, это не одна сотня, это много животных достаточно, которые находятся на попечении волонтеров Верности, это действительно очень поможет. Ну, о приятном. В октябре была проведена первая акция, а сейчас на декабрь мы планируем вторую часть, великую раздачу котів 2.0. С помощью наших любимых СМИ, с помощью горожан разошлась информация в октябре настолько сильно, что у нас достаточно много животных было роздано в хорошие руки в октябре.
В декабре «Верность» совместно с торговым центром «Дафи» опять проводит эту акцию, но две субботы, 7 декабря и 14 декабря, на втором этаже «Дафи» возле эскалатора. С 10 до 15.00 вы можете приходить и выбирать понравившееся вам животное. Будет очень много котов, котят. Все наши животные чистые, простерилизованные, с адекватным характером. Мы стараемся учитывать интересы людей, которые хотят взять. Вот, например, пожилой паре мы никогда не будем советовать очень игривого котенка, который не будет соответствовать их ожиданиям, да, сидеть перед телевизором и поглаживать кота, например. Многодетной, например, семье, где детки уже подросли и хотят все-таки там котика поиграться, мы вот такого мудреного опытом жизненным котяру тоже не посоветуем. То есть мы качественно отдаем животных, мы не стараемся их отдать хоть куда-то, мы отдаем их только в хорошие руки. И мы ждем ваши хорошие руки 7 декабря и 14 декабря в торговом центре «Дафи». Это безкоштовно? Это абсолютно безкоштовно, конечно же. Самой большой платой за отданного кота – это будет ваша любовь к нему. Дякуємо, що були з відкритим. До побачення, до нового ефіру.